Молодым везде дорога. Они и машину соберут, и в престижном конкурсе выиграют. В середине сентября Саранск принимал у себя сразу два соревнования. В обоих наши земляки заняли почетные призовые места. Большинство медалей принесли воспитанники и сотрудники Ульяновского авиационного колледжа. От нашего колледжа участвовало 6 человек в этом конкурсе на различных площадках и на различных уровнях. Один наш сотрудник, уже бывший студент, ныне наш сотрудник, мастер производственного обучения иноземцев Александр, он участвовал в международном чемпионате и принес нам золотую медаль. И несколько ребят участвовали по различным компетенциям в национальном чемпионате. Свое первое место Александр Иноземцев выиграл на Евразийском чемпионате. Сражаться за золотую медаль пришлось с соперниками из 14 государств. Конкурсанты соревновались в 27 основных и одной презентационной компетенциях. Молодой специалист признается, что может собрать и разобрать автомобиль с закрытыми глазами. Поэтому одержать победу в номинации «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» не составило большого труда. На чемпионате стояло задание, во-первых, найти неисправность, починить, отдефектовать, доказать это эксперту и, соответственно, выиграть. Своими знаниями Александр охотно делится с молодежью. Воспитанники колледжа в этом году участвовали в национальном чемпионате «Молодые профессионалы» и привезли медали и специальные призы в 4 номинациях. Таким хорошим результатом способствуют регулярные тренировки на качественном оборудовании. Самое лучшее оборудование во всем Поволжье, то есть самое современное, самое дорогое, то есть вот окрасочная камера, две зоны подготовки, центр колористики, где можешь подобрать любой цвет, вот инфракрасная сушка, то есть все самое лучшее у нас. В числе призеров чемпионата молодые профессионалы, ученики средней школы номер 72 и Индинской средней школы номер 1. Состязание проходит ежегодно по национальному проекту образования. Светлана Карпухина, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.